Рождественские снегопады остались не только в воспоминаниях ульяновцев. На обочинах дорог до сих пор лежат глыбы льда. Городская администрация уже приступила к устранению сезонных проблем. А мы решили показать, как изнутри выглядит процесс уборки снега и льда. Местные коммунальщики заняты освобождением города от снежных оков. Грейдеры и погрузчики каждый день выезжают на уборку снега. Однако для борьбы с гололедицей одних ковшей и щеток недостаточно, поэтому необходима обработка специальными составами. Промышленная соль вперемешку с песком и химический реагент. На базу муниципального учреждения «Дорремстрой» привезли тонны реактивов. На этот год мы заготовили 24 тысячи тонн ПССа, 1000 тонн реагента закупили и, соответственно, подготовили песка. Для работы 6 тысяч тонн песка для обслуживания мостов и путепроводов. Выбор состава зависит от погодных условий. Соль с песком работает до минус 20 градусов, а щелочной реагент растапливает лед и при лютых морозах. Для дорог Заволжского района приготовлена особая смесь, рассчитанная под троллейбусы. А где электротранспорт этого заволжской стороны, это значит, где идут троллейбусы, мы применяем гранит, мелкий гранит. Твердый гранит, значит, для того, чтобы шлифовка электромобилей, они электротроллейбусы шлифуют, чтобы это налить не поймать, значит, применяется мелкий гранитный щебень. После базы на открытом воздухе наша съемочная группа попала в самое сердце коммунальной компании – диспетчерскую станцию. Там нас встретили 4 оператора, принимающих заявки от жителей города и управляющих компаний. Сейчас к ним поступает большое количество звонков, потому что далеко не все заносы расчищены. Как ваша фамилия? Хорошо, заявка ваша принята, ваш номер 2022. Работу диспетчеров облегчают космические спутники. В помещении установлены мониторы, которые транслируют сигнал из машин дорожной службы. С помощью системы ГЛОНАСС начальству удается следить и за качеством выполнения работы, и даже за расходом бензина. Спутниковую связь установили 2 года назад, меры это вынужденные. Ведь совсем непросто контролировать 128 машин, разбросанных по районам города. Компания «Дорремстрой» отправляет технику круглосуточно и даже ночью принимает звонки. Чтобы оставить заявку, достаточно позвонить по одному из 2 номеров: 75-81-93 и 35-40-78. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.